У современных телевизоров есть противоречие. Экран должен быть вертикальным, то есть находиться в режиме портрет для просмотра информации с экрана телефона, потому что многие пользователи хотят смотреть их социальные сети. И экран должен быть горизонтальным, то есть в режиме landscape для просмотра широких видео телевизионного формата. И некоторые люди считают, что нужно запретить вертикальные видео, а изобретатели вместо этого предложили вращающийся на 90 градусов телевизор. Но подождите, это еще не все. При показе дисплея телефона на телевизоре в так называемом режиме Screen Mirroring они еще добавили интерфейс для уменьшения и увеличения размера экрана. В этом случае получается, что можно даже не вращать телевизор, а просто крупно показывать нужную часть видео экрана телефона на телевизоре в режиме Landscape. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал.